Исполнительная власть Брянской области проинформировала депутатов о результатах деятельности комплексной рабочей группы по оценке радиационной обстановки. Специалисты предлагают не изменять статус территорий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Согласно действующему перечню, на территории Брянской области расположено 749 населенных пунктов, подвергшихся радиационному загрязнению. Депутаты рассмотрели выполнение областных проектов «Чистая страна» и «Чистая вода». Проект сохранения лесов предполагает ежегодное увеличение площадей под высадку новых деревьев. Парламентарии заслушали доклад руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Его работа под постоянным контролем депутатов. Мы довольно-таки плотно работаем с нашим региональным оператором. Сейчас, когда у нас поменялся состав депутатский, еще будем жестко работать. И все-таки мы увидим чистые наши улицы нашего города. Также депутаты рассмотрели тему правильного обращения с биологическими отходами, в том числе вопрос состояния скотомогильников региона. Обновленный состав комитета наметил план работы на ближайший месяц. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.